электронном табло на нашей графике. Не сразу переключился этот второй гол. А тем не менее он случился. И как здорово попал. Да ладно. Даже вот с повтора кажется, что мяч с внешней стороны попадает в ворота. Секундочку. Мяч с внешней стороны зашел в ворота. Ну, конечно, не было никакого гола. Как мяч в сетке-то оказался? Телевидение. Там, оказывается, дырка в сетке. Ничего себе отличается.